такие вот банкоматы. Заходим, выбираем. Ну вот Т10 я просто уже выбрал. Т10, давайте в этом выберем. Т10. 9,95 евро. Конфирмар. И платите. Это 9,95, это будет действительно поездка на 10 поездок. В метро, либо в автобусе, также вы можете один раз пересесть с метро на автобус. Вот, видите, стрелочки вставляют в билетики, и люди проходят. Мы сейчас также вставим и пройдем. Вот здесь вы можете посмотреть, сколько осталось до следующего поезда на табло. Вечером поезда ходят нечасто, через каждые 5-7 минут. Вот как раз осталось 5:56. Остановки здесь метро прям буквально через каждый, там, я не знаю, километр, 500 метров. То есть практически станции метро опоясывают весь город, и вы сможете доехать спокойно до любого места. Иной раз даже если вам нужно одну станцию проехать, чтобы не спускаться, не подниматься, проще ее дойти пешком. Ну, по мне, самая развитая система метрополитена в Барселоне, очень удобная. Поезда останавливаются практически везде, до любого места можно доехать. Так что наряду с бас-туристиком для вас это должно стать основным видом транспорта в пределах города, самый удобный. Заходим в метро Барселоны. Смотрите, в испанском метро вот такие разные входы. То есть, если вам нужно в одном направлении ехать, допустим, с Каталонии до Испании, вы идете сюда. Если вам нужно ехать в другом направлении, то вы идете в другой вход. Вот. Здесь идет с Каталонии до фонда Буркинана, Арк Триумфа. Поэтому разные входы. Естественно, также пересадки, как в обычном метро, где стрелочками показана пересадка. Вы можете пересесть на другую линию.